14 секрет успеха. Будьте готовы преодолевать вершину за вершиной в вашей жизни и вашей карьере. Так же, как альпинист, покоривший одну вершину, должен спуститься в долину, чтобы дойти до другой, так и ваша жизнь. Ваша жизнь и карьера будут серией взлетов и падений. Как говорят, жизнь делает два шага вперед и один назад. Все в деловой жизни подчинено циклам и тенденциям. Есть циклы роста и есть циклы спада. Бывают тенденции, которые часто приводят к смене всей индустрии. Сегодня мы наблюдаем это с интернетом и распространением технологий, что изменило множество старых идей и веру в то, как следует вести наш бизнес. Развейте способность к долгосрочной перспективе. Смотрите в будущее всего, что делаете. Планируйте на 2, 3, 5 лет вперед и не позволяйте себе эмоциональных каруселей по поводу краткосрочных взлетов и падений в вашей жизни. Постоянно напоминайте себе, что все в вашей жизни подчинено циклам и тенденциям. Будьте спокойны, уверены и расслаблены по поводу кратковременных колебаний удачи. Когда у вас есть четкие цели и планы, над которыми вы работаете каждый день, главной тенденцией вашей жизни будет движение вперед и вверх с годами.